Всем привет, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, Любовь Георгиевна и наша любимка Забияка Виктория Антоновна. Сегодня мы хотим вам представить всю одежду, которую заказали на лето, но она у нас лежала. Она у нас лежала, и поэтому мы ее как-то вот все не снимали. Сейчас жарко стало, нам захотелось ее носить. Во-первых, у нас на нас трикотажная юбка для девочки, цвет мультицвет, размер 116, состав 100% хлопок. А, Люб, толстая резиночка, да? Толстая резиночка у нас идет. И плюс ко всему она хорошо тянется, да? Она эластичная, она крепкая, она хорошо тянется. А талия регулируется, то есть можно сделать тут, как вы видите, висюльки, да, шнурочек с висюльками, с красивыми. И можно сделать туже, уже, то есть это под любую фигурочку. Артикул 198-863. Просто симпатичная юбчоночка, да? Просто наисимпатичнейшая. Мне она очень-очень понравилась. Вот. Далее у нас с вами идет трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Да, вот видите, нам уже рисунок понравился. Обратите внимание на плечики. Очень симпатичные. Еще пока ничего не глажено, потому что мы решили, что... Не знаем еще, да, на возврат, не на возврат, но это уже точно мы решили оставить себе. Вот, цвет светло-розовый, размер также 116, состав 100% хлопок, артикул 198-875. Смотрите, какой классный принт. Любаш, постойте на месте, я принт увеличу. Да, Люб, а это нашивка или наклейка? Что это? Наклейка. Наклейка, да, это наклеечка. Ну, очень симпатично. Вика, нравится, да? Очень нравится. Крутая, крутой наборчик. Будем с удовольствием и на отдыхе носить, и просто так летом будем скакать по детской площадке. Сейчас мы меряем трикотажные шорты для девочки. Артикул 198-935. Красивая, красивая, да, очень симпатичная, резинка на них слабая, у них есть карманы, Люб, по обеим сторонам карманы, да? Карманы здесь оба. Да, резиночка очень слабая, поэтому будьте внимательны, вот, но завязки отлично регулируют, в принципе, без разницы, есть резинка или нет, если есть такие классные завязочки. Кстати, носочки у нас тоже Faberlic. Артикул у шортиков 198-935, цвет мультицвет, размер 116, 100% хлопок тоже. Просто великолепно, трикотажные шорты для девочки, суперски. Итак, сейчас на нас трикотажная фуфайка одета, с коротким рукавом для девочки, цвет мультицвет, размер 116, состав 100% хлопок, артикул 198-851. Тоже симпатичная, тоже классная, две пуговки в шее, около шеи, вообще здорово. Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для девочки, уже в самый притык. На осень я уже буду точно заказывать на размер больше. Сейчас на нас размер 116, цвет светло-розовый, состав 100% хлопок, артикул 198-899. Ну что, особенность у этого платьишка то, что в размерах до 116 у нас есть кнопочки на плече. Сейчас я их увеличу. Да, вот тут, видите, есть две кнопочки на плече, да, чтобы малышу было комфортно одевать. Очень даже здорово. Также есть регулируемая талия. Тоже висюльки классные на шнурочках. Тоже все очень симпатично. И, Люб, а рисунок вышитый или нет? Наклейка. Наклейка, да, рисуночек наклейка. Сейчас я увеличу этот рисуночек. Ну, симпатично, все, можно гладить, можно носить самое то летом. Просто шикарно. Хочется посмотреться, да? Хочется детенышу посмотреться. Вот такая вот красота. А сзади нас целая стопка всего, что мы сегодня вам покажем. На самом деле здорово и красивое платьишко. Аккуратное такое, плечики суперские, все прям великолепно. И кожа будет дышать, и ткань не очень плотная. Сейчас мы примеряем трикотажную майку для девочки. Цвет светло-желтый, размер 116, состав 100% хлопок, артикул 198-923. Она тоненькая, немножко просвечивает, идет как полуприлегайка. Может служить нам как туника с лосинками. Тоже интересная, тоже классная. Да, ты уже следующее хочешь мерить? Умница. Да. Там тоже у нас киса мяу, нам понравилось, мы разглядываем со всех сторон, но желтый цвет нам что-то как-то не очень понравился, нам кажется, что прическа не такая и так далее. Ой, модница ты, сковородница. Ну, в принципе, мне понравилось, здорово, в жару, легонько, так классно.
Сейчас мы примеряем трикотажную фуфайку с коротким рукавом для девочки. Цвет белый, размер 116, состав 100% хлопок. Артикул 198-887. Ну как, Вика, нравится? Нравится. Она уже смотрит рисунок. А рисунок, Люб, какой? А, да, слышу. Наклеечка. Да? Наклеечка. Рисунок наклеечка, как обычно, две пуговки для удобства, да, чтобы на шею одевать. Ну, супер-супер, классно. Ой, какая ляля, да? Ой, какая красавица. Ей понравилось, да? Вике понравилось. И смотрите, как с шортиками. Да, как с шортиками классно сочетается. Все, это наша любовь. Вот именно эта футболка. Сейчас мы меряем трикотажную фуфайку с коротким рукавом для девочки. Артикул 190-377. Цвет белый, размер 122, состав 100% хлопок. Абсолютно белая, классная футболочка. Простенькая, да, заниматься спортом. Можно заправить, можно выпустить. Никаких на ней рисунков нет, кроме внутреннего, где вот как раз приделана бирочка. Просто беленький человечек у нас получился. Да, вот такой человечек, беленький и хорошенький. Ну, это универсальная футболочка, которая подойдет под все. Да, под кофту, просто так носить, да, на маечку, да, то есть, ну, такая вот спортивный такой вариантик, и, в принципе, смотрится на хорошо, свежо. Я люблю вот такие простые белые футболочки. Так, сейчас мы примеряем брюки для девочки, цвет мультиколор, размер 122, 100% вискоза. Мы решили взять посвободнее, потому что вот именно эти брючки мы будем брать с собой. На отдых и в Турцию, и в... Так, куда-то мы еще собирались, и в Сочи. Забыла немножко. Взяли посвободнее, чтобы ей было покомфортнее. И вы знаете, не ошиблись, потому что низ изделия не тянется, и уже есть проблема, как даже сказать, пяточку продеть через узкий низ. Так, далее, значит, давайте мы их заправим. Тут идет толстый пояс. Он идет на резинке, но все равно нам надо затягивать. Нам по талии великовато. Вот. И лишнее мы вниз сделаем просто и все. Так, артикул 62-913, если я не говорила. Штаны действительно классные. У нас есть уже одни такие. И вот мы заказали еще двое, чтобы уже точно ребенку было комфортно в них бегать, гулять, играть и так далее. Сейчас мы примеряем трикотажную фуфайку с коротким рукавом для девочки. Цвет светло-бирюзовый. Размер также 116. Состав 100% хлопок. Артикул 198-911. Но она такая, как вы видите, укороченная, полуприлегающего силуэта. Принт у нас идет... Принт у нас идет сердечком, не смогла рассмотреть. Да, давайте мы его увеличим. Ну, вообще шикарно, просто великолепно, просто супер. Вот этот комплект, прям комплект. Спасибо компании Faberlic, что продумывает не только красивые вещи, но еще и образы целиком. Очень классно смотрится. Вике понравилось, да, Вик? Тебе понравилось, да? Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для девочки. Артикул 196-988, цвет розовый, размер 116, состав 95 хлопок, 5 эластан. Тоже очень симпатичное. А также, кстати, на всех трех платьишках, которые мы будем показывать, у нас будут кнопочки на плече. Любаш, покажи, пожалуйста, кнопочки на плечике. Вот, вот они, да, видите, такие вот кнопочки, чтобы было удобно. Да, суперски, просто суперски. Вик, нравится? Да? Ты у нас милашка, не валяшка? Вот такая ляля. Ой, ты наша супермодель. Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для девочки. Цвет белый, размер 116, состав 95 хлопок, 5% эластан, артикул 197-012. Как вы видите, платьишко нам впритык, но очень симпатичное, очень красавица, да? Умница и красавица, вот как оно издалека смотрится. Мы милашки, куклы не валяшки, да, Вика? Да, красиво очень, мне понравилось. Мы одеваем леггинсы, обтягивающие трикотажные брюки для девочки. Цвет темно-синий, размер 122, состав 95 хлопок, 5 эластан. Смотрите, нам подходит размер 110 нормально, но вот сейчас 128 размер, они очень узкие.
И самое, что интересное, ну, действительно, внизу очень сложно их натянуть на пяточку, на все нужное усилие. Ребенок сам в 4, там, допустим, года с этой задачей может не справиться. Леггинсы качества хорошего, 100% хлопок, артикул 195-056. Нам они очень нравятся, мы с удовольствием их носим. Да, сейчас будем это платьишко примерять после леггинсов, да. Вика покажет нам леггинсы. И мы будем примерять. Да, ну, видите, как обычно. Такие, чуть слегка длинноваты, но по ширине нам хорошо. Да, умница и красавица. Каждое платье с коротким рукавом для девочки. Цвет ярко-розовый, размер 116, состав 100% хлопок, артикул 198-581. Симпатично. Как раз самое то. Классно. Здорово. Да, две кнопочки также сверху. Вот, мы их расстегиваем. Вот, свободно, тоже классно. Можно носить его как туничку, как вы видите, да, с леггинсами. И можно просто чисто платьишком. Сзади у нас прямо, спереди такой вот принт. Этот принт, это покраска, да, покрашена. Ага. Да, и разрезы у нас идут по бокам. Вот, такая вот красавица. Красавица у нас уже устала. Сейчас мы примеряем трикотажное платье с коротким рукавом для девочки. Цвет фиолетовый. А, так, размер тоже 116, состав 95 хлопок, 5 эластан, артикул 197-300. Как вы видите, я заказываю некоторые модельки 122, некоторые 116. И вот все бы платьишки я бы с удовольствием заказала бы 122, да, то есть потому что они уже идут впритык, их вот сейчас 3 месяца поносить, в следующем году это уже их просто кому-то отдавать. Да, как вы понимаете. Ну, я думаю, в новом году будет новая мода. Вот. Да, ну платьишко, как вы видите, свободное, в нем хорошо двигаться. Да, любовь на нас, любовь на нас нашла, да, дурение. Вот, отличное платье, не плотные, не тонкие, просто вот знаете, золотая середина, носить летом в жару.